первый раз в истории России появились такие слова в Конституции, как информационная технология и связь, обеспечение государственной поддержки научно-технологического развития, сохранение и развитие научного потенциала, информационная безопасность. Мне, как специалисту в этой области, показалось очень интересно. Раз это появилось в Конституции, и надо ожидать со стороны властей, что будут эти направления поддерживаться. У нас будет развиваться наука, будет развиваться информационные технологии, информационная безопасность, как я уже говорил, и будет пристальное внимание этим направлениям.